Моника дома? Нет. Я кое-что купила, и это может ей не понравиться. Смотрите. Что это? Что за чертовщина? Это кошка. Сколько ты за нее заплатила? 1000 баксов. За кошку? У моей бабушки была такая же кошка. Я ее обожала. Она сидела у меня на коленях, мурлыкала целыми днями. Я привязывала к шнурку бантик, а она за ним бегала. Бесплатные кошки тоже так делают.